tam zobaczył, to jest linia jakiejś wystawy tak zwanej. Prawie tam, gdzie są. Tam zaczyna się pas. 230, właściwie 200 metrów. 200 metrów na wschodzie kołosyki, żeby podszedł w lewo od pasa na 200 metrów. Jeśli bym się przedłużył примерно 800 метров пути, то там у нас дальше идет ЦК. Если бы он ехал континуально за 800 метров лондования, то там далее в центре заклады. Он бы удержал будинок только. Если бы раньше начало его примерно маневрировать, туда немного не надо. Стоит. Вот и километр отсюда, то есть ехать не километр стол. Там, где высота должна была быть 60-80. Там, где высокость повинна быть 60-80 метров. Там подстрижены деревья на высоте 8 метров. Там древо подстрижено, если так можно еще выразить, на высокости 8 метров. Результаты примерно в 200 метрах отсюда произошло сделано. В нику первого движения земли было еще 200 метров стоп. И за счет того, что у него были выпущены шасси. А понимаешь, надвозье уже было выпущенное. Он, естественно, перевернулся. Он превратился. И вот все это здесь произошло, после чего произошло разбирательство. И все было еще тут, и вот это еще запалило. Которое было подключено в первую сеть. Которое было загашено в первую сеть. Чуть-чуть отойдем. Давайте отойдем все. Чуть-чуть отойдем.